ударит не собрал. Yeah, привитос, амигос, продолжается Dark Souls 3. Нет, вот так вот. Привитос, амигос. Блин, зачем этот жест, вообще не понимаю. Так, я надеюсь, что здесь где-нибудь будет короткий путь, потому что я лично обратную дорогу не помню. Я ее за ночь-то подзабыл. И есть неплохой шанс снова заблудиться среди этих книжных полок. И ладно бы, если бы там знаний набирался, так нет. Набираются там только пиздюлей. А, вот он, костер. Все отлично, все нормально, все под... Да, прямо у входа. Тут даже два костра, вон предыдущий. Ой-ой-ой, 108 тысяч душ откуда-то набралось. Не, надо их слить, потому что, ну, такое количество таскать можно надорваться, считаю. Слишком дохрена уже. 108 тысяч. У меня последний раз цифра за сотню переваливала, когда я специально фармил, чтобы метку снять. А тут просто прошелся по замку туда, прошелся по замку обратно. Так, а чего бы? Ну, и моя желать... О, два левела могу качнуть. Жаль, ловкость до 40 не успею до конца игры продрюкать, потому что, ну, вряд ли я успею набрать еще 20 левелов. Жаль. Ученость. Да, ученость, копченость, говно все это. Физическая мощь, это что у нас? Это тяжесть таскать. Оп, смотри, опять 3 прибавляется. Хоп, 3, хоп, 2 теперь. Как так? Непонятно. В один прекрасный момент она начинает прибавлять по-разному. По-другому не описать. А, так, великий архив. А, знаете что? Давайте пойдем в гости к тёлочке сходим. Все любят тёлочек. Мне тут сказали, что есть секретная тропа. А Норландо, как и прежде, остался, видимо, с кучей всяких разных иллюзий. Но непонятно, потому что иллюзии в Норландо создавал Гвиндолин. Гвиндолин давно уже переварился в кишечнике Олдрика. Почему же тогда его иллюзия стоит? То есть, почему его иллюзия до сих пор существует? Может быть, не он один такой тут иллюзионист? Значит, надо... И опять, блин, кто, сука, нашел эту секретную тропу? Кто эти люди? Как они, блядь, это делают? Я вот вообще не понимаю. Да, ёпта, ну, по-моему, раньше герой мог на себя тянуть рычаг, не кажется? Так, мы разворачиваем эту избушку к лесу передом, к речке задом, или как там, ну, куда там она вертелась. Вот, видите, костер. Я его и тогда-то еще заприметил. Но было непонятно, какого хрена он там делает. А здесь, оказывается, вон что. Видите? Прикол Maiden ногой сид. Господи, страсти-то какие. Я помню, Индиана Джонса сразу вспоминаю, где он песочек сыпал, чтобы по невидимой тропе пройти. Сейчас-то из этого Индиана Джонса из самого песочек сыпется не слабо. Сука, я вот прямо жду, что сейчас она вот закончится у меня тут перед носом. Ох уж этот разработчик. Такой шутник. А что там внизу-то? А, внизу церковь, смотрите. Храм этот, наверное, нет. А внизу здание, в котором я не был. Ух. А, вот, смотрите, сидит слева фея какая-то. Давайте посмотрим, что-то еще есть. И никто, главное, там не написал, что тропа какая-то иллюзорная, что. Кто это такая? Как на Присциллу похоже. Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moonlight. Капитан. What beckoned thee to such a place? Рыцарей, блядь. Капитан, улыбнитесь. Чё за верность? Ну, темная луна это... А, хер знает, кто это такой. Ну, это Ковенант. Это не жена Оцейроса, это не... Very well. Captain to this nightless company I remain. Тебе чё? I will grant thee purpose. Вообще похеру, да, что у тебя рыцарь? Эльф! На эльф какой-то. Я все еще капитан, хоть и рыцарей нету.
И ручки у тебя как веточки, Господи. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister вот, Guinevere, Гвиневер звали дочь Гвина. A blade that shall hunt the foes of our lords. О, Боже ты мой. Then I place thee under the aegis and the power. Да, что ты умеешь? Как обычно, все персонажи, ну, как обычно, персонаж Дилда по сравнению с главным героем. Она сидя ростом с главного героя почему-то. Даже выше. Единственный рыцарь среди вас. Как стрёмно быть единственным солдатом в вашей маленькой армии. Кстати, мне на помощь пришел клинок темной луны, а я в Ковенанте Лазурный путь состоял. Как же он ко мне вторгся-то? Серебряный кулон в форме темной луны и меча, герб рыцарей темной луны, первых синих стражей. Опа-на, первых синих стражей. А у меня где-то тут есть последних синих стражей, вот. Когда члену лазурного пути. А-а-а, члену лазурного пути. Лазурный путь, лазурный путь. Да, а три ковенанта едины, получается. Когда член Лазурного пути сталкивается с темным духом, древние соглашения призывают... А чего? Интересно, а почему меня никогда никуда не призывал этот Лазурный путь? Я ж в кулоне хожу и что? О! О! Секреточки пошли. Прыг-прыг. Мои любимые. Кто, блин, мимо досок в помойке, блядь, не падал, нахуй? Во второй части тут вообще в ДС не играл. Сколько там этих пятен крови поначалу было. Просто одни шлепки. Ну чё, мимо одной балки промахнулся, об следующую ухерачился. Вот тебе пятнышко. Кольцо у кошки взять не догадался, поговорив с ней на языке кошачьем. О, сабля стража картин. Ну, сабля стража картин, это вторая. Ну да, это Присцилла. Это как? Стражи картины охраняли Присциллу, да? Или картину, в которой жила Присцилла. А Присцилла очень похожа на эту бабу. Но Присциллу, написано на Википедии, сожрал Олдрик. У нее там, у него типа хвост ее. Но видите, что здесь отсылка идет к Присцилле прямо вот сейчас. Вот она происходит. И как это понимать, если перерождений больше нет? Круг разомкнули. Вот что-то непонятное. Также есть отсылка на то, что Олдрик это Смоук, но это не то, что подсказали, это поделились догадкой скорее. Вон, видите, неудачные парашютисты во Фрааме. Блять, опять лайкнули. Уебались! Надоело, да, прыгать, решил сократить. Блять, как неудобно с этой камеры вниз смотреть. Вот палочка. Раз дощечка, два дощечка. Где тут лесенка? Блять, мимо. Нет, попал. Ух. Интересно, что ж там на первом этаже? Опачки. Отлично. Как они вот это приделывают еще и анимацию к сообщению? Сейчас мы, походу, придем вообще в склеп богов какой-то. Иритил холодной долины. Вас из лос? Да вы серьезно, что ли, блядь? То есть я вот тут был тогда. Посмотрел, что тут за лупа какая-то. Потому что голову выше не задрать и ушел. А это срезка. Это охеренная срезка. Нет. Да, нет. Блять, в какой момент я в Анор-Ландо пришел? Я пришел после. Но это церковь, это. Это самое начало Ирити. Получается, что по мосту и в Иритил идти не надо, что кукла не нужна. Так что ли? Ну помните, по мосту не пускала, писала, что нужна кукла. Ради нее я пошел убивать дьякона в глубин. Вот можно их не убивать, можно спрыгнуть здесь. Смотрите, сколько, блядь, срезок. Феноменально. Ну все, больше тут ничего интересного нет.
К сожалению, анимешная тёлка не разденется. Даже если раздуть преданность Ковенанту на плюс 100-500, к сожалению, это не та игра, где можно гнуть свою лавстори. Тут вообще как-то главный герой, у него даже друзей, даже, блядь, друзей у него нет. Все какие-то либо слуги, блядь, либо он чей-то слуга. Так, это мой лифт? Это мой лифт. Это мой район, ёпта. Это твой район. Долгие лифты. Все любят долгие лифты. Шутка, никто не любит долгие лифты. Так, ну чё тут? О, ну... Очередной викторианский замок, похожий на... Блять, что они лайкают-то? Где я написал настолько полезный совет, что, блять, я регулярно собираю за него лайки теперь? Так, тут кто-то загнулся. Кастовал, кастовал, да не выкастовал. Ух ты, жирная горгулья. Их там аж три. Жирная так на Смога похожа. Но главное, этот дом закрыт, судя по всему. Ну, горгули... горгонзолы, давайте по одному. Давайте сначала самого сочного приманим. Они все жирные. Блять, их эти крылья не удержат. Пиу. Чё такое, блять? Как бы говорит он всем своим видом. Ну, нате, в хедшотом. Нет, опять в членчик куда-то. Сейчас, сейчас попадем. Я с тремя горгульями вообще манал драться. Это не горгули, это, кстати, ангел... Ой, ебать, в чердак. Это ангелочки какие-то жирные переростки. Так, что у нас тут? А, ну это площадь с этой статуей, типа из воска. Да, блядь, всем, по-моему, видно, что там наверху кто-то сидит. Непонятно только, когда они спустятся оттуда. Чтобы сразиться в честнейшем кумите. За звание чемпиона пепла в тяжелом весе. Так, тут несколько лестниц. Все ведут наверх. Можно, значит, к ним с тыла подойти. Подойти с тыла и дать им подсрачник, потому что они разожравшиеся, их, скорее всего, крылья-то не выдержат. Время восславить солнце именно здесь надо? Ну, давай. Отлично. Восславь солнце и нихуя не будет, да? О, да ладно. 15-й осколок Эстуса. Но это последний. Это значит, что мы идем к концу игры, потому что... Я не помню, что у меня когда-то было больше 15 осколков. Хоть в какой-то части. Ну вот они и летят. Голубцы мои, блядь, голубцы. Нету пути наверх, только вниз, что ли? Ну это обычный жердяй. О, блядь, ты охуел, что ли, совсем? Ничего себе, блядь. И чё, блядь, как с ним драться-то? Даже выходить не хочется. Право слово. Блять. Вот же мудогенератор говна. Блять, это один мне жопу надирает, их тут трое. Нахуй я к ним вышел? Пошли они в жопу, блять. А, крылатый рыцарь. Блять. Да ну тебя в пиздец. Ну ты чё, нахуй, босс, что ли? Откуда у тебя такие мувсеты, блядь, безумные вообще? Опа, в 40 танкер. Ну-ка, постой-ка здесь. Удар с высоты.
с огромнейшей. Как с Эвереста спрыгнул, а? Не впечатлило, да? Ну тогда по старинке кинжал в жопу. Ах. Пиздец. Да ну тебя нахуй, еще бросаются, блядь. Так, минус. А вот с этим что будем делать? Они еще в золотишки, смотрю, приоделись. Слышь, мачо хуев. Блять, крылья им бы подрубить. Что это ты задумал? Слышь, арбуз, блядь, ходячий. Ничего, он скастовал просто. Я думаю, сейчас он Иисуса в бой призовет с пулеметом. Блять, большой осколок титанита, ёб твою мать. То самое чувство, когда уже не знаешь, что ложить в лут в конце игры. Класть, класть, конечно же, класть. Как там, нет слова ложить? Нет, или, да. Что-то типа того. На, в очечи, ёпта. Ау. А, хуй тебе лысый, сука. Кусок титанита с последнего выпал, только смотри-ка, а. А, дали, дали. Кусок ебланита дали. А подобрал я все-таки большой. Ну, истребление этих пузатых ангелов решили поощрить, видимо. И они тут стояли втроем, да? Интересно, что это за гвардия такая? Бесцельность. Тут они срали, походу, по очереди. Жалко, дырки в полу нет. Тут они срали на головы этих соседей снизу. Так, о. А это кто тут засох? Да иди ты нахуй с этим солнцем. Кольцо охотника, мальчики. Ничего себе, он тут приобнял тут парапет. Ну и что дает кольцо? Это как бы как у рыцаря, только на, только ловкость, ну да. Разнообразие. Великое разнообразие скрыто в этих кольцах. Сейчас я подозреваю, что найду еще кольцо на мудрость, блять, и на магию, на волшебство. Если уже не нашел, конечно. Не, вроде не нашел. О. А что это вы тут делаете? В таком стильном доспехе. Так. И... Что это за здание? Что-то знакомое. Не библиотека ли? Она самая. И чего? На люстру, что ли? Там перья в клеточке. А как туда попасть? Ага. А вот и вход. Курлы, курлы, курлы. Теперь я это, да? А, нет. Выход есть. Опа, опа. Нахуй, тут нельзя стоять. Освещенный самоцвет. Так себе находочка. Ну что тут еще есть? Not more, да? Или как там больше? А, кишка ты что? Как она жалобно вякнула. Смотрите, 50 тысяч душ. Может, я успею 20 левелов набить? Может, самое время ловкость прокачивать? Опа. Опа, опа. Небесное благословение. Ну, вообще не знаю, зачем. Никогда ни в одной из частей я не юзал небесное благословение. А мерцающими титанитами в этой игре просто даже ничего и точить-то не хочется. Щиты нет смысла, мечи вообще не вдохновляют. Стрёмные какие-то все. Блять, какое место знакомое. Это не здесь, а с ледяным дрался-то. Ах ты, сучья лапа, блять.
на маникюренное. А, о, а это что? А, не, ну я тут не пойду второй раз ходить. Ну, вообще смысла не вижу, как бы зачем. Последний, давай последний, где отдыхали. Блять, а это там у этой, у Присциллы же. А, не, я там не отдыхал. Хрен ей в рыло. Интересно, а что ей надо было преподнести в качестве... Блять, это, наверное, самый тяжело прокачиваемый ковенант, потому что, ну, никогда никуда не призывают, вообще никуда. Они просто даже не дают шанса прокачать. Видимо, ну, видимо, потому что ковенант лазурного пути — это 3 в 1. Кандидатов на призыв просто жопой жуй. А, блять, у меня же осколок фляги. Мне так и так надо в храм огня. Сука, говно. Видимо, здесь вторгаются куда реже, чем кому-то помогают. Хотя вот поначалу я помню, что ко мне вторгались, и мне что-то на помощь никто не спешил. В болотах, блядь, Олдрик этот. Этот ковенант верных Олдрику вообще мертвого заебет. Почему меня не призывают на защиту? Там же, блядь, каждые 2 минуты кого-то уже, кому-то жопу рвут, мне кажется. А то и почаще. Да. Ю-ху. Открыто достижение абсолютно Эстус. Видите, больше 15 не бывает. А, еще у меня вот это есть. Ёпты. Ничего себе. Я зажиточен. Я шикарен. И богат. Давай, 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 давай. Шнель, шнель. 3 опять. Ёбнуться. Right. Тут, походу, каждый третий раз по 3 прибавляются. Во все остальные случаи по единичке. Так, что я хотел? А, сжечь осколок. Или что там это? Ну и джин. Чух! И все афро-братья переместились обратно в пустыню. Или как там это было? Уровень костра 9. Уровень костра 9, а фляга у меня плюс 8, по-моему. Странно. Не стал записывать эту крайне атмосферную езду на этом крайне медленном лифте, потому что, ну, я думаю, все на нее насмотрелись. Так, что-то тут кровью нашлепали. В прошлый раз я пошел налево. Да, и дрался с жирными. Угу. Что-то там впереди баррикады какие-то понастроены. Впереди отсутствует склад. Склад, теперь даже это пишут. Как лайков хочется. Прям как алканавтеру, блядь. О, мертвая пехота. Но это похоже на солдатов Дранглика, как никогда. Они там такое говно на стенах строили. Слышите, засохшие кузнечики, блядь. Рассосан-то сделайте как-то. Бля, мне так нравится, как арбалетчик ломает сам свое укрытие, чтобы стрелять. Не очень удобная постройка, не правда ли? Когда ты ростом не достаешь до амбразуры. Что-то под конец прям вообще. Ну, видно, что тут, видимо, сам верховный Лотрек. Лотрик. О, 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 блядь. Ну, куда без тебя-то вообще никак, да? Блядь, в пизду. Ой, нихуя дамагу. Откуда столько-то, блядь? Лежать. Отряд анальных карателей работает. Нет! А, блядь, попал. Хуяк, хуяк. Come on, everybody. Заебало, блядь. Мы так долго можем, блядь, с тобой драться, чувак. Нахрена он сандали задрал? Как будто он умер просто от чемпионского подсрачника. От какого-нибудь мимика, блядь. Ласточка оттуда прям сверху порхнул со ступенек. Блять. На нахуй. 1000 жизней у тебя, ничего себе. Просто царское здоровье. Наверное, зарядку делал каждое утро всю жизнь. Всю жизнь и после нее. Там вас призывают в другой мир. Смотрите, смотрите, нихуя я накаркал.
Ну давай. Сейчас уладим вопросы. У кого там у тебя проблемы? А, ковенант темной луны. Я тоже, смотрите, я стал темной луной, меня стали призывать. А когда лазурный путь или синий рыцарь, видимо, тебя не призывают, а призывают только тебе на помощь. Или что, или как? Не, наверное, всегда, блядь, должны призывать, но что-то не работает. Сейчас зло будет наказано, бля. Дага. Дага, дага. Опа, опа. Давай нахуй быстрее вставай, блядь, некогда. Куда ты, блядь, сука? Чё, блядь? Да вторгался, сучка? А ты думал, мы тебе пиздюлей не навешаем? Да мы, блядь, братство синего рыцарства, блядь, таких, как ты, с говном съедаем. Чувак. Муха. Мы отрезали муха. Ах ты, блядь, черт, ты боссный. Ты охуел, что ли? Пошли крабу. Крабу поможем замочить. Слушайте, а крестьяне-то, смотрите, с поленом сколько сносят. А, нас в том, что трое здесь. Поэтому мобы сильнее в три раза, а дамаг у нас меньше в три раза. А, там еще один темный дух, ничего себе. А че хозяин мира-то, блядь, в бою не хочет поучаствовать вообще? Ну, смотрю, как-то не очень это интересно. Еще темный дух. Да вы, блядь, прикалываетесь. О! Пока я тут с мобами. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А я что-то не думал, что их тут так много. Нихуя тут такие замесы. В тупичок его зажал. Чпок-чпок. Вот это замес. Нравится. Нихуя. У него явно кольцо антирыцарское надето. Хуя тут вас? А чё он не парировался-то, я не понял. Ну я, блядь, заебался нахуй уворачиваться, блядь. Пиздец. Охуеть, я впервые вижу фантома с двуручником настолько, блядь, мощного нахуй. Вообще-то был звук попадания, но всем похуй, да? Давай, я тоже твоего другана ебану. Нахуй, да выебывался. Сука, всех покрошил. Ха-ха, сучки. Все, я лягу, приму, блядь, болотную ванну теперь. Не, ну с двуручником он, конечно, блядь, прям пиздец силен. Вот этот вот скейл замаха. От него хер увернешься. Мой меч то же самое примерно может, только он не достает, блядь, тоже короткий. Ух ты, блядь, сразу двое. В Анор-Ландо так два серебряных рыцаря спускались мячко рвать. Трое! Ну да, как я мог подумать, что вас будет двое? Это же, блядь, хамство прям какое-то, да? Блять, давай мы тебя ускорим, чувак, ты очень долго идешь. Да ладно. Ну нихуя себе. Ой, да хорош. Так, одного минусанули.
Вот у них здоровье, блять, а. Да ебал я. Попадать под такие раздачи безумные. Да, их спамом не проймешь. А мы вот так вот, по хитрости. Удар Чака Норриса просто. Называется прыгающая кобра. Не знаю, был ли у него такой удар. Ну что, блядь? Кто еще хочет сразиться с чемпионом паскудного пепла? Только не говорите, что здесь босс без костра, потому что каждый раз убивать, зачищать всю эту ссаную лестницу. А, тут вот лифт. Заметьте, что от огненного меча света меньше, чем от маленького факела, хотя пламя больше. Ну и куда этот лифт привезет? Надо его хотя бы активировать, не знаю. Все, ветром затушило мой меч. Фу. Блять, ну где это мы? Замок Лотрика. Хорошо, замок Лотрика. А-ау. Вот оно где. Драконоборец, понятно. Все, понял. Все. Срезки вообще годные. Прям столько срезаешь. А это что такое? А, тут был лут за поворотом. Все, все, понял. Все, понял. Все понятно. Окей. Впереди руда может помочь вниз. Да пиздите вы, мне кажется, судари. О, вау. Двойной лифт. Ну, интересно, на крыше можно поездить? А я вниз разве не спускался? Блять, как я не люблю эти лифты, они такие дол... Ох ты, ничего себе. Куда там? Опа-на. Кусок еще один. Так сюда... Сюда и лифт приезжает. Нахрен я спрыгивал. А ниже можно? Да, можно, только убьешься нахер. Там даже текстуру поленились нарисовать. Так, ну понятно, сейчас опять, блядь, 2 часа езды. Так, не стал я не стал восполнять эстусу у костра. Я думаю, что 12 мне хватит, что бы тут ни было. Надо было меч поджечь, я так подозреваю. Так, дырявые ковры, каменные стены, все нормально, ничего нового. Впрочем, ничего нового. О, Гэндальф тут бегает какой-то. Так, 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 а вот эти знаки призыва как бы намекают на то, что... Ой, халат чей-то огромный. Ну, тут, наверное, что-то вообще прям... Прям из ряда. Сейчас, наверное, хозяин, владелец халатика выйдет. Хоть бы тёлка, хоть бы тёлка, хоть бы тёлка. Another dogged contender. Чё за голос, блядь? Алканавтер, ты что ли? Какой-то такой неопределенного пола голосок. О-о-о-о. Мантия повелителя его не интересует. The fire-linking curse. The legacy of lords. Let it all fade. Да гори оно всё. Ну голос подростка какого-то 16-летнего. You've done quite enough. Now have your rest. А это что за уродец? Слепошарый, слепошарый. Хранитель огня, судя по маске. Лориан, старший принц. А, вот ты, хуя. Ничего ты, подожди, блядь, дай, дай хоть разобраться, что происходит. Бля, пиздец. Он еще телепортируется, как сука последний. Да, ну дамаг в него входит просто, блядь, ядерный. Ядрен дамаг. Святые дамажники, что ж такое-то? Ай, блядь. Мамкина подстилка, блядь. Мамкин бродяга, батькин симпатяга. Ну, наоборот. Ау. С
Соси нахуй, чмо. Задрать якоря, мы отплываем, да? Следующий придурок. А следующий младшенький, да, наверное? Давай, Дантес. Оборванец, блядь, ты идешь? Ну да, сейчас ты его догонишь, блядь. По дороге вот. Несгибаемый клинок принца Лотрика. Только что соснул с заглотом. Давай следующего. Какие у него пальцы? Пианист, наверное. Какой встань, блядь? Никаких встань. Он от пиздюханый. Ну, боже ты мой. А, он теперь его будет на горбу таскать? Охуительно, блядь. И что, они там сплели с текстурами? Я нихера не понимаю, что это такое. Давайте только без этих ваших телепортаций, сильвупле, потому что мне надо еще Эстуса бахнуть. Вообще твой брат на сестру похож, ты его не шпилил там хоть, нет? На коленях ваша самая поза, блядь, такая. Отсосники. Чуть. Вас из луз. Ой, блядь. Маги оттуда, а не отсюда, блядь. Вот хитро выеба. Ну, блядь, заебало. Таргет сбивать. Тебе бы мечик подлиннее, может тогда бы да. А, их двое, блядь, две полоски. Дай-дай-дай восстановиться-то, ёпта, чё ты как мразь. Хуйца. Да, хилки... А, блядь. Хилки бы не помешали. Слышь, мастер бластер, блядь. Ну, безумный Макс. Пидорасина. Младшего... Ой, блядь. Младшенького надо отодрать вообще, походу. Мне он сразу нахуй не понравился. Нет, суки, блядь, два. Смотри, что делают, а? Пиздец. Наконец-то. Чё ты там делаешь? Охуел вообще. Он его еще и резает постоянно. Не хватит мне хилок, я так подозреваю. Опа-на, двоих нахуй сразу. Нет, одного. Сосите, блядь. Залез к своему братику, блядь. Ты, наверное, к нему кожаным USB-шником своим, бля, между булок приконнектился, да? Кто-то ты с его спины не сваливался. Пепел повелителя. А, принц Лотрик, это ты и был? Тьфу ты, блядь. Душа принцев-близнецов. Охуенно. Я думал, я не понял, что это последний босс. Я ждал какого-то, блядь, не знаю. Говно какое-то. А почему из близнецов только одна душа выпала? У близнецов одна душа на двоих, по мнению разработчика. Душа принца близнецов, одна из душ. Ага, используйте ее. Ага. Два принца отказались стать повелителями пепла и поселились в отдаленном месте, чтобы оттуда наблюдать за угасанием огня. Из-за проклятия их души стали практически неразделимы. Из-за проклятия их души стали практически неразделимы. Они поселились в отдаленном месте, блядь. Это отдаленное место? Ну да, это замок, да, они вот от центрального отделения замка отошли, блядь, на две комнаты чуть подальше и там поселились. Они поселились в отдаленной комнате замка, думая, что их тут не найдут. Блядь, посмотри, что тут. Откуда принц-то выпал второй? Нахуй, ваши канделябры, господи, понаставили. Пиздабол.
Да, ну не знаю. Не, ну просто там что-то светится. Я просто перекачанный уже пришел сюда, понимаете? Поэтому вот если бы я вот с таким количеством здоровья, арсеналом, броней и щитом пришел к безымянному королю, я думаю, что я бы его с первого раза взъебнул, потому что ну количество жизней просто не позволяет умереть. Ну чё, пойдем положим пепелок. Пепелац пойдем положим. Последнего этого, блин. Повелителя. Говна и пара. Это, видимо, и будет концовка. Кстати, говорят, что неважно. Ну, кто-то говорит, что пофигу, что ты выбираешь. Хороший путь, плохой путь, финальный босс. Так и так будет. Но мы будем любоваться, видимо, на плохую концовку, так или иначе. Физическая мощь. Два. Опять три. Ха-ха. Давай еще поговорим. Может, это наш последний разговор. Убей меня и лиши глаз. И это будет хорошая концовка. Убить тёлку. Отставить. Какой отстой, мне не нравится. Вот это кто такой? At the foot of Lothric Castle, an old path, it was used to transport sacrifices to the cathedral. If you've the stone. У подножия замка, где-то там тропа, блять, я везде был, не знаю, не видел я, чтобы кто-то возил какие-то трупы куда-то по ней. Грустная музыка начала играть. Присущая финалу всех частей. Но что там за принцев дают? О, вот. Клинок бури. Душа... А, о! Изогнутый меч. Не двуручный, смотрите, а одноручный на ловкость. Не дамага, блядь, ничего. Навык торнадо. Гигантский меч Лориана. Огонь. Навык пламя Лориана. Выпад заставляет раскаленный меч вспыхнуть, а сильная атака запускает из него струю пламени. Охуеть. А из второй души принца что не делается? Алебарда чемпиона Гундира. Алебарда драконьего рыцаря нету, да? Щит есть бесплатно за душу драконоборца. Сколько весит щитец ваш? 26. Смешно, хорошая шутка. Ну давай щит возьмем, один хуй делать. А, ебать, еще алебарду можно было. Физическая молния. Унц молния 40. Да нахуй нужно. The eyes show a world destitute of fire. A barren a place born. Сорожденная предателем. А, он... Типа мир без огня ужасен. На него, на ужасный мир и будет любоваться хранительница огня своими новыми глазками. Да хули тут? У вас... А, да, а мир с огнем у вас прям вот прекрасное, блядь, зрелище. Я прям хожу, блядь, балдею. Так классно все. Две головы положи. Почему одна-то? Младшенького, да? Дай-ка в твои оки посмотрю. О, о, опа, опа. Самое действо началось. И чё, с ней поговорить надо? Кувырок джедая. Так, опс. Давай шашлыки пожарим, что ли? Лудлет опустим на шашлычок. А, возможно, секретный босс это Лудлет и есть. Лудлет же не хочет мира без огня. Вон он сгорел. Это то, что было в начале. Surrender your fires. Surrender. Baby, surrender.
тому, кто будет владеть им по праву, чемпиону пепла. Ничего, такая тетя Моти, да? Как можно заставлять убивать ее ради, блядь, хорошей концовки? Это вообще алогично. Что-то огонек какой-то маленький из них. Пеплом меня посыпает, смотрите. Мой шлем. Мой шлем теперь будет пепельный. Слышишь, хорош мне перхоть свою сыпать, блин. Хед энд шондерсом заебусь его поласкивать. Чтобы он мог нести смерть? Вау. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Что-то как-то... Ну и где, блядь, секретный босс? А, вот она. Печь первого пламени. Может, это печень первого пламени? Ну, допустим. Ага, мне вон туда, видимо. Нет бы поговорить со своими спутниками, обсудить чего-нибудь. Нихуя. А, о, нифига тут. Какие слезы. А чё так крови много? Это случится и с тобой? Ах, тьма. А я вас ловлю солнце напоследок. У-ху. Посмотрите, сзади этот замок похож на поплывшую картину. Ох ты, ёпта, это телепорт. Скимитар и наемник. Да, под конец игры мне ваши скимитары. Печь первого пламени. Ну что, кто будет последними моими врагами? Так, тут какой-то мушкетер. Еще какой-то. Блять, да что ж ты заебала-то так, а? Игра, видимо, не выдержала таких нагрузок, как показать фантома. И в очередной раз соблаговолила вылететь. А, и откат сделали, нихуя себе. Ну где фантомы? О, с косой. Но мне нравятся твои доспехи. Нет. Я не хочу ходить с кем-то в одинаковом. Ну так кто враги-то? Хм, а это не тот? Это похоже на что-то, что-то драконье. Это не то место, где дракон на горе лежал огромный. Я так и не понял, где броня Фраама лежала, блядь. Где они ее зашкерили. Ха. Великое древо здесь. Походу. Мечи, как на том полигоне, где Сив всем вламывал трындюлей. Так, там какой-то хуёк сидит. Нездоровый. Мне он что-то вообще не нравится. Что это такое? О-о-о. Душа пепла. Хуяси. Нихуяси. Да, это каточка и... Ага, у него меч этот спиральный. Витой. Блять, прыгай, не прыгай, уебет так и так, да? Ну, какой-то он медленный. В Bloodborne таких инвалидами звали, мне кажется. Ой, да ладно. А чё бы... А чё ж, блядь, не прокатило-то? Чё
это было? А, танец с саблями начался. О-о-о-о. Хуя ты дыханул. Орбит-то пробовал жевать, хоть и вонючка. А чё это я дамаг получаю? Из ниоткуда, блядь. А, у него пика стала теперь. Ну ты вообще, блядь. Нет! А-а-а. Вонзил. Слышишь, блядь? Дрянь ебаная, ты охуел? Блядь, говно какое-то. Под ногами. Плох босс, который дает так лечиться свободно. Блять. Но у него много других пиздатых качеств, я смотрю. Это что такое? Лечение включил, что ли? А, посох. Это тут, смотрю, все стадии, блядь, у него. Почему-то, блядь, у меня лук включился. Ну давай. Пизда вонючая, блядь. Ух ты. Ну это самая простая хуйня. Стадия. Ебать, дерьмать. Я, может, что-то не понял. Скорее всего, я думаю, я что-то не понял, потому что... Потому что надо вот эти, блядь, мечи светящиеся поубивать. Нет. А почему ж ты? Полечился ты, блядь. Я его еще раз убью, он еще раз полечится, что ли? А я его не убью, мне, блядь, не хватит. Ни здоровья, ни терпения, блядь. Ну охуеть теперь. Ай. А что там светится, интересно? Блядь, ну это я, наверное, не узнаю. Да. Я думаю, что надо там... А, это солнце светится. Блядь, я собрался уже побежать туда, посмотреть, что... Не, блядь, иди ты нахуй, ты охуел, что ли? Две полоски, блядь. Ты, блядь, вообще что пиздец? Это скорее с толку сбивает больше, чем, блядь. Не могли ему сделать одну, но длинную, блядь. Или жизни побольше. Я просто, чё я нахуй, гадать должен, умрет он или нет, блядь? А чё за говнище такое? Пидораски, блядь. Ну что за хуйня, ёб твою мать. Я уже, блядь, во второй фазе просто бросил с ним драться, пошел смотреть, где чё, блядь, есть, чтобы он сдох. Явно, блядь, не пиздить его надо второй раз. Ага, давай, блядь, догони меня, дебил. Ну догнал, ладно, хуй с тобой. Все равно я пойду и посмотрю, что там есть. А ничего тут нет. Пеньки какие-то, блядь. Походу вот здесь и нужен щит драконоборца. Чтобы его атаки, блядь, на этот щит и принимать. Ни сзади не бэкстабится, блядь, ни спереди. Пизда какая-то, нахуй. Нихуя не понимаю логику, блядь. Вот это что-то, блядь. Совсем ебанутая нахуй. От этого защиты вообще нету, блядь. Ну, заебал. Давай в мага обратно. Заебись же, дрались. Ах ты, акробат ты мой, блядь. Раз.
Слушай, отравил просто мгновенно. Ну только, блядь, не это говно. Так и сколько раз-то это будет? 2? Или 20? Ебанулся. Но музыка та же самая, что и в бою с Гвином, по-моему, играет. Хорошо, хоть яд не дамажит сильно. Будешь падать, чтобы я, блин, бэкстабы пробовал делать хоть какие-то. О! Вот это в тему. Больше лайков, блядь. Уйти. Ну иди ты в пизду, ты заебал, ты за ногу меня не хочешь тогда поймать, блядь, чтобы нахуй нормально все было. Ублюдина ебаная, блядь. Да-да-да, все, пизда. Скажи, лечению нет, да? Обалдеть вообще, ты чё, нихуя ты терминатор? Терминатор Миньетис. Это следующая часть терминатора. О, блядь, вообще. Ебанатство, блядь, какое-то. Просто нахуй. Просто, блядь. А чё ж сейчас-то молния со всех сторон не уебала, когда я отпрыгнул? Или это специальная какая-то молния, бля? Все? Или еще раз будем? Будем и дальше хуйней страдать. На тебе нахуй еще добивающих ударов. Душа повелителей. То есть все их души сплелись в одну. Он, получается, получил все их способности. Поэтому он, как легион нежити, встал дважды. Вот эти светящиеся мечи, ничего, вообще ничего не значит, что ли? Говно какое-то, блядь. Ну, я говорю, его можно убить с первого раза, но он с толку сбивает. Кажется, что... Начинает казаться, что он один из тех мобов, которых надо либо волшебным мечом убивать, либо волшебным способом анально казнить. Прочесть послание. Призвать хранительницу огня. Вот секретный босс, как я понял. Написали это обычным шрифтом, как будто это обычный фантом. Ай, красавица, чего не нравится? Здравствуйте. Как ваше ничего? Че она погасит нахер это говно? Золотым дождем. Что-то жареным запахло. А, ну да, она жарит свои руки. Чё она постоянно, блядь, этот огонь берет второй раз уже? Такое ощущение, разработчику так не хотелось расставаться с этой игрой, что он в финальной сцены решил дважды повторить. Все, гаснет, смотрите, свет. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. Тогда нахрен я убил темную служанку? Если я выбрал сторону Кааса. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. И что мы будем делать во тьме, интересно? У тебя хоть спички есть? Давай, может, это...
Просто костер разведем, невеликий. Эл. Мой факел даже ничего не освещает. Ashen One, hearest thou my voice still? Я кивнул. Нету тут секретного босса. Это было смачное наебалово. Кто-то хотел посмотреть, видимо, на вторую концовку. Хидэка Миязаки. Хидэтака. Ну, в общем и целом, годнота годнейшая, надеюсь, на DLC-шки, хотя при плохом исходе игры... А, ну DLC-шки, они обычно появляются, как-то в новой игре плюс, что ли, они... Ну, то есть, надо пройти какую-то часть игры, не завершая ее, и ждать выхода DLC. Ну, а пока что на этом все. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. По-моему, игра годнота. Приятная графика, интересные боссы, классные вообще все. Мне нравится. Ай, нравится. Хватит выть, господи. А если нет, то что? Ха-ха-ха. То есть все продолжается, да? Да. Печь первого пламени. Вот и снова свет. Вот и снова светло. Как чудесно. Да, но не очень так интересно, конечно. Только попрощались, и вот тена. Опять мы. Ай лайки, ай нравится. Видели, да, как во время боя лайкнули чётенько? Возможно, что... Кольцо с черепом. Возможно, что если бы я оставил на себе темную метку, тогда босс бы и был. Ну а так, босса нет. Возможно, что все дело в том, что я перестал быть полым. Врагам проще вас заметить. Охуенное кольцо. Мне и так, по-моему, всегда прекрасно видно. Ладно, короче, напишите в комментах, что не так с этим боссом, что я неправильно сделал. Ну и вообще что-нибудь пишите.